С вами радиостанция «Радио Рокс». Я обещала большой гостевой эфир, и я выполняю, держу слово. Итак, многоуважаемый Крафт, привет. Привет. Ну, объясняю, почему появился. Появился не один, появились вы все вместе. Вот давай все сразу и рассказывай, потому что спросила, это фестиваль или концерт, сказала, это концерт, но, тем не менее, такой дружественный концерт. Да, мы, еще раз приветствуем всех. Сегодня группа Millions of Years и группа Lowriders. Мы, наконец, мы собрались, сделали совместный концерт. Потому что очень давно уже об этом мечтали, наконец вот сыграем вместе. Ну вот, собственно, Макс с нами сегодня в гостях и Сергей, вокалист наш. Привет-привет. Здравствуйте. Ну, а так, собственно, что? Это концерт в клубе End. Это новое место, которое открылся вот недавно буквально в Питере. Если кто-то помнит клуб «Пятница», то это там же просто уже совершенно новое место, новый клуб, новые организаторы, и, соответственно, там достаточно интересно все сейчас сделали, и очень качественный аппарат стоит. Я надеюсь, что очень красиво все пройдет сегодня, интересно. Вот. Если кто не знаком с группой Lowriders, я думаю, что Макс сейчас расскажет. Они достаточно интересно развиваются, и уже второй раз их пригласили на разогрев. Первый раз они выступали с Оззи Осборном вот на питерском концерте. Макс, расскажи сам. А Макс увлекся телефонами мобильными, потому что поклонники звонят, поклонницы. Не, я их выключал просто. Ага, да. Тоже верно. Ну, рассказывать про Оззи Осборна. Расскажи нам про Оззи. Ну, такой веселый старичок, так скажем. А что рассказать, я даже не знаю. Ну, как мы туда... Как вы попали туда, как, да. Как мы попали? Попали мы туда благодаря голосованию, интернет-голосованию. Есть такой сайт, letalon.ru. Ну, каким-то образом выиграли это голосование. Потом было еще два этапа. То есть выбирали, значит, телеканалы A1, журнал Rolling Stone, еще фэн-клуб Оззи Осборна российский. В итоге мы оказались в тройке вот лидеров. Посылалось, так скажем, все это менеджмент Оззи Осборна. Ну, и, видимо, жене Оззи Осборна. Да, и, может быть, самому Оззи Осборну. То есть мы так и не узнали, в итоге слышал он вообще нас или нет. Ну, я надеюсь, что слышал, да. Вот. Ну, и в итоге в Лидово мы сыграли перед Оззи Осборном. И вот буквально неделю назад мы вернулись из тура по России двухнедельно. То есть... Где были, как ощущения? Ой, ощущения очень. То есть если вкратце объяснять, то очень. Были мы в Москве, Великие Луки, Смоленск. Особый привет Смоленску. Значит, Брянск, Пенза, Самара, Тольятти, Сызрань. Ну и в Раменском. Принимали плане. Хорошо, да? Публика довольна. Публика довольна, мы тоже очень довольны. Принимали очень хорошо. Очень хорошо. Всем огромное спасибо. Вот. И вылезли мы, значит, из поезда Москва-Санкт-Петербург, и нас встречают двое ребят из этого yatalant.ru под предлогом записать какое-то видео приветствие им на сайт. Вот. Ну и в итоге вручают нам конверт, где написано, что Lowriders играет 10 июля на разогреве Iron Maiden в СКК в петербургском. Как-то так. Опа. Да. А вот это хорошо. Да. Правда? Ну да, то есть мы сами, так скажем, немного удивились. Но на сегодня они играют на разогреве у нас. Да. Сегодня мы играем на разогреве Millions of Years. И сегодня нужно приходить еще раз в новый клуб, который на месте Старой Пятницы, ну, чтобы все поняли, где он находится, да, часть рок-н-ролльной общественности. Но клуб совершенно новый, и хороший звук, хороший свет, хорошее место. Я даже удобно расположено. Да, Московский проспект, дом 10, дом 12, это станция метро 7, там совсем недалеко. Вот. Подтягивайтесь. Да, да. Ну а там уже мы расскажем, наверное, послушаем что-нибудь сейчас. Давайте послушаем, поставим что-нибудь и вернемся и продолжим беседу. Бодрит. С вами радиостанция «Радио Рокс». Продолжаем разговор. Макс, что там насчет бороды? Насчет бороды. Ну, это касаемо концерта, который сегодня будет в клубе. Значит, у нас есть такая акция, так скажем. Это можно назвать акцией? Да.
Конечно. У нас сегодня вход для бородатых мужчин со скидкой. И женщин. Поэтому у вас очень дорого для того, чтобы вам как минимум войти бесплатно на свой собственный концерт. Да. Вот. Но поскольку, естественно, много женщин придет, то мы тоже решили, так сказать, дискриминацию не устраивать и определили скидку на третий размер, значит. Вот. Соответственно, значит, мужчинам с бородой, женщинам с третьим размером сегодня можно вообще просто так радоваться, да. Просто так? Не, не просто так, на скидку. Скидка. Ну, просто так, это, наверное, уже четвертого, я думаю. Четвертый размер. Ну, четвертого можно бесплатно. С вами радиостанция Радио Рокс. И еще раз, приходить нужно в новый клуб, который сегодня работает, в смысле, открылся не так давно. Да-да. И Сергей, насколько я знаю, занимается, арт-директор. А, Сергей Вестров, да, да, он же занимается фестивалем Эмерджент здесь, вроде. Совершенно справедливо. В общем, я думаю, что он будет очень стараться сделать, чтобы в этом клубе все было на самом высшем уровне и как можно дольше. Вы знаете, тут очень важно, потому что бывает штампарат, когда он сначала все красиво, потом что-то там начинает чуть-чуть уже тарахтеть, ломаться. И вот дальше зависит от руководства клуба. Меняет оно эту технику или нет? Или продолжает. Да, или продолжает. Появится. Ну, в этом плане повезло, там как раз новый аппарат привезли. Пока, я говорю, пока все хорошо. Вот я хочу пожелать, чтобы всегда все было хорошо. Вот, и, кстати, еще сегодня тоже там после нашего концерта интересное мероприятие. Ну, мы теперь по традиции делаем такие диджей-сеты свои. Соответственно, если кто-то захочет остаться, может там поучаствовать, потанцевать. Да, то есть живая, так скажем, музыка до 11, а дальше дискотека. А, да, и будет, собственно, проект от группы «Психея». Это Kill 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 DJs, собственно, диджейский проект Азовского и Киты. Расскажи о своей команде, чтобы нам успеть, потому что мы так уже к завершению. Ну вот, я думаю, Сергей на шоколаде. Все новости, да. Расскажет. Ну да, новости такие, что... Придумываем мы сейчас новый сценарий какой-нибудь такой для... Для очередного скандального клипа. Для очередного какого-нибудь, да, я думаю, что это будет мега-скандальное вообще видео. Вы сами придумываете, или вам надо, сами, может быть, слушатели какие-нибудь идеи накидали? Абсолютно, если есть какие-то идеи, присоединяйтесь. Куда нужно прислать тогда информацию? Ну вот мой адрес kapkanrecords@gmail.com. Например. Да. Вот, ну и в общем-то как-то все еще разъезжаемся, там летом отдыхи, вот такие вот у нас планы, и какие-то фестивали обязательно выступаем. Ну вот, кстати, ближайшее, что у нас, июнь, Москва, 7 июня в 16 тонн, и ну уже, надеюсь, что уже дальше никуда ничего отодвигаться не будет, поездка на дивнейший фестиваль в Калькутту. Вот. Mm-hmm. О, привезите мне коралловые бусы, пожалуйста. Мы еще что-нибудь привезем. Малярию. Ну, действительно, тиф брюшной. Пригласили на фестиваль в Индии, он состоится 18 июня, и действительно такое уникальное событие, то есть вообще там редко что происходит. То есть вот в Калькутте делают большой международный фестиваль. А кто там еще выступает? Ну, там в основном индийские группы еще, какие-то звезды, я, честно говоря, название даже... Кто-то из Канады, насколько я помню, говорили, кто-то из Штатов. Это может быть очень интересно. Это может быть не обязательно, да. Я более чем уверен. Тяжелый рок очень, да, должно быть интересно, с какой-то этникой явно будет. Посмотрим, но я думаю, что очень много привезем материала и как-то, да, расскажем об этом, обо всем. Материала, да. Материала для дальнейшего строительства. Привезите группу и приходи сюда в студию и с этой подборкой. Давай покрутим народу эту самую. Да, в Индии очень интересные коллективы есть, на самом деле, да. Я же думаю, тогда уже что-нибудь в августе что-то у нас еще планировалось. Киев пока, но пока неизвестно. Ну, мы еще успеем про это рассказать. Да, да. Вот. А сейчас слушаем что? Слушаем, да? Послушаем, да, конечно, да. Burnout. Да. Только прежде чем поставлю песню, еще раз позовите на свой концерт. А сегодня в клубе End, Московский проспект 10/12, во дворе. Заходите в клуб End. Не пугайтесь, мусульман. Они добрые. Встретят.